тебя, дорогой друг, и желаю предложить тему для нашего рассуждения сегодня, как думаю, касалась жизни каждого человека. Мы поговорим о прощении. Понимание прощения очень просто в теории, а реализация действия самого акта прощения бывает сложна в практике. То есть кому-то объяснить, что нужно прощать, научить другого, как нужно прощать, понимать самому, что в жизни нашей просто не обойтись без прощения нам и прощения нами кому-либо. Но когда нужно практически самому предпринимать определенные действия, то трудно бывает просить прощения у Бога, у человека и самому простить.